Buenos días con todos. Muchas gracias por asistir el día de hoy. Доброе утро, добрый день, добрый вечер. Здравствуйте. Всем отличного дня, отличного настроения. Вот, сегодня я в записи, у меня уроки. Вот, но вот вы видели на заставке наше платье, которое мы будем сегодня разрабатывать, сегодня делать. Вот. Платье типа сафари, такое на застежке, вот, на пуговицах. Ну и начнем с того, что я скопировал, вот, как всегда, базовую выкройку платья. Вот, и перевел выточку вот сюда. Вот сюда я перевел в пройму. Окей. Copiamos el patrón básico, como siempre, y acá, mientras copiamos, lo vamos a desviar la sisa al... La pinza a la sisa. Perdón, estoy tartamudo hoy día. Ok. Что мы видим? Вот платье у нас идет на застежке, воротник стойка. Ну, я немножко открою, скажем так, на полсантиметра, на сантиметр я бы открыл вырез горловины, чтобы он не такой у нас был прилегающий воротник. Здесь вот добавим 2 сантиметра на застежку и сделаем вот такую линию. Вот до самого низа. Вот здесь сделали такую линию. Здесь у нас идет линия центра. Вот сразу распределяем, где у нас будет пуговица. Нам надо будет все это рассчитать. Все размеры нашего платья, длину, расстояние между пуговицами. Вот, все пропорционально должно у нас быть. Вот. Так, что мы делаем дальше? Дальше здесь вот я буду делать разборку. Здесь сделаем вот такой пояс, то есть рассчитываем, он у меня получился 7,5 сантиметров. Вот у меня линия талии, и он идет немножко вверх. Так бы, как сказать, здесь у нас ближе идет к груди. Esta es nuestra pretina que estamos haciendo. Ya yo he calculado, a mí me sale 7,5 centímetros con este largo del vestido. Okay? Y 7,5 centímetros. Y está un poquito más arriba de la cintura, o sea, ya esta parte de arriba es más corta y la falda es más larga, ¿no? Está desviado desde línea cintura hacia arriba, ¿okay? Tanto adelante como atrás. Y bien, vamos a comenzar a definir entonces ya nuestras partes. Ok, como ya tiene un corte acá, ya le vamos a marcar nuestra parte central del delantero con este color. Sí, lo vamos a prolongar acá. Y hacemos corte hasta acá. Ya tenemos definida una parte. La parte del costado. ¿Qué pasa con la parte del costado? Lo que yo veo que acá hay un pliegue, ¿no? sobre un corte. Entonces, para hacer pliegue no voy a coser la pinza. Entonces mi línea va a ser la siguiente, va a ser esta línea y va a continuar así, línea en común. Esta línea ya no va. Вот. Мы видим, что у нас здесь идет вот такая складка по этому шву, по рельефу. Так что я выточку эту делать не буду, а вот так прямо и рисую нашу линию рельефа. И еще даже, чтобы она у нас получилась более видной, вот наша складка, добавим еще вот здесь. Вот здесь сбоку, на боковую часть, то есть вот это все у нас будет боковая деталь. Hasta que también lo puedo
aumentar un poquito más acá en esta parte para que le quede mejor. Ok, vamos a remarcar, definir bien nuestra pretina. Pretina sí, yo lo tengo que este espacio eliminarlo, ¿no? Este espacio ya no va a haber. Вот. На поясе вот этого места выточки его просто не будет здесь. А здесь внизу у нас тоже идет складка. Но здесь вообще такая заморочка внизу. Давайте сейчас посмотрим. Вот. Что мы здесь видим внизу? Здесь тоже у нас идет вот такая складка. Она идет. Шва не просматривается, но однако есть карман. Карман даже немножко вздутый и внизу присборено. Вот. Как все это сделать? Ну, я так покумекал и что-то нашел, как сделать. Не знаю, вам понравится или нет, но смотрите. Вот. Значит, я беру так. Здесь выточки, естественно, не будет. Будет складка. Вот. И я добавлю, чтобы складка была побольше и была свобода облегания по бедрам. Вот добавим вот так еще сантиметра 3 в эту сторону. Вот таким образом добавим. Вот, вот у нас получается деталь переда. А вот это расстояние мы отметим вот здесь. Вот так. И это будет наша складка, вот, которая пойдет в этом направлении. Вот. Acá yo lo estoy aumentando más material para que mi pliegue que está acá sea más notorio, para que quede más holgura en la zona de cadera y para que quede más fruncido acá, porque acá hay un fruncido, más fruncido en la parte de abajo. Ahora, la pretina de abajo lo voy a disminuir. Como si fuera una falda más entubada, no una falda recta, porque de esta manera a mí me sale tamaño de la cadera, 100 y pico centímetros, no necesito tanto, así que la pretina voy a disminuir hasta este tamaño, esta línea ya no, y esta parte va a ser mi pretina. Okay. Esta parte y también lo mismo lo reduzco atrás. Ustedes van a ver que hay un cruce, esta pretina está cruzada. Esto lo vamos a ver más adelante de cómo se arma todo esto. Esto es mi pretina de abajo. Ok, la falda de la espalda sí tiene corte, así que lo puedo dejar un relieve. No tiene corte en el medio, así que vamos a hacer recto. Вот. Как мы смотрим, здесь юбка, значит, у нас. И здесь есть рельефный шов, так что будем его отмечать. Вот здесь выточку соблюдаем. Вот так соблюдаем, а здесь вот идет вторая часть юбки, то есть они здесь по отдельности. Вот. И здесь тоже мы добавим немного, вот добавим, чтобы у нас получилось здесь вот тоже сборка и как бы дать форму более округлую ягодицам. Вот. Нижняя часть готова, значит, вот здесь что мы еще отмечаем? Здесь нам нужно отметить также вот часть поясную, вот деталь пояса. Здесь тоже мы будем вычитать
все вот это вычитаем. Здесь этого не будет присутствовать. Вот это у меня будет деталь пояса. Мы потом, когда будем разрезать все на части, вот так и все вместе соберем. Cuando vamos a cortar, vamos a cortar en partes, este espacio desaparecerá, ¿no? La pretina tiene que estar como la cintura. Okay. En la parte de arriba también, también lleva lo mismo. Vamos a aumentar un poco porque también tiene, tiene un pliegue aquí. Вот, здесь на спинке то же самое. Здесь есть вот такая складка. Здесь мы добавим немножко и вот так отметим. Вот это у нас будет наша складка такая вот. А здесь чертим линию рельефа, то есть выточку не соблюдаем. Она здесь не нужна, она переходит вот здесь в складку. Здесь я иду вот сюда вниз и до нижней точки выточки плечевой, которую я перевел в пройму предварительно. Вот. Здесь она у меня немножко будет выходить, так как мне от этой точки нужно будет, чтобы линии совпали. Вот так. Откорректируем. Вот. А здесь в центре вот у нас центральная деталь. Здесь также я открываю немножко. Открываем. Вот, вырез горловины. Abrimos un poco igual el escote, la misma cantidad. Y acá lo dibujamos línea. Acá va a ser en común y de acá comienza a separarse. Y llegamos acá. Entonces, esta pinza ya está presente. Tenemos entalle en la sisa. Okay? Solamente que ya hemos cambiado su posición. Hemos inclinado esta pinza. Ok. ¿Qué más? Ya. Yeah. Acá lo vamos a... cuando ya llegamos a hacer partes, lo vamos a dibujar también la tapa del bolsillo, como está en la foto. Вот, когда мы здесь все разберем на детали, закроем здесь выточку и нарисуем здесь вот такой клапан кармана, который тоже идет на рисунке. Вот. Ну а потом займемся вот этой частью и там еще мы займемся рукавом. Вот, я, значит, здесь немножко поработал, чтобы сэкономить время. То есть я все разрезал по частям. Здесь-то, в общем, все понятно, правильно? Вот здесь у нас на спине получается из этой выточки и из этой добавки вот у нас получается такая складка. Здесь она входит, покрывает рельефный шов. Вот здесь у нас поясная деталь. Y acá está el detalle de la falda, un lado y otro lado de relieve. Esto es la pretina de abajo. Вот, это у нас нижний пояс идет, который вся юбка собирается, вот, присбаривается вот сюда. Вот, это у нас поясная деталь здесь. И bueno, pues. Acá están todas las partes de la espalda. Aquí adelante ya lo hice. Pueden hacerlo doblado o pueden hacerlo aparte. Esta parte para acabar los botones, coser botones y ojales. Cuando estaba así en posición, aquí dibujamos la posición de la tapa del bolsillo. Okay, cuando está costura cerrada. Acá también ya tenemos el pliegue que forma parte de la pinza y la parte que ya hemos agregado acá. Okay. Esto es la pretina y esta parte lo que vamos a tener que trabajar muy seriamente. Okay. Ahora sí, lo vamos a comenzar a trabajar esta parte. Aquí ya le voy a hacer siguientes marcas. Okay. Ya lo vemos. Esto lo tengo que copiar. Esto es mi tapa del bolsillo.
Ok, esto es mi tapa del bolsillo. Y lo tiene de esta forma. Ok. Muy bien, ya lo vamos a ir marcando nuestra tapita. Vamos a hacer lo siguiente, como ya no hay ningún corte acá que lo podemos ver, solamente hay un pliegue acá, solamente va a ser este pliegue acá, para que hasta que coincide con mi pretina, ¿ven? Okay. ¿Cómo hacer bolsillo? Es un bolsillo, no es nada falso. Entonces vamos a marcar ahí abajo, vamos a marcar un corte 2 centímetros más abajo de esta posición, 2 centímetros más abajo. Acá lo vamos a dejar un espacio. ¿Por qué? Porque lo vamos a tener que abrir un poco para adjuntar el bolso de bolsillo y para adjuntar la tapa de bolsillo, pues sí. Ok, entonces ahorita lo que voy a copiar es esta parte, lo voy a dibujar hasta acá, le voy a copiar la parte de bolsillo, esta parte le voy a copiar mi tapa y le voy a aumentar toda esta parte a la tapa más grande, porque mi tapa tiene que estar cosida de tal manera para que cubre este corte. Вот. Значит, будем делать так. Опустим здесь 2 сантиметра вот от этой линии клапана, и здесь будем делать разрез. То есть здесь нам нужно будет разрезать. Но сначала давайте скопируем вот сам клапан и скопируем карман. А потом займемся всем остальным. Вот так, давайте скопируем карман, клапан. Карман идет вот до линии разреза. Вот, дошел сюда. И линия низа, и карман у меня будет двойным. Вот двойным, я его делаю прямо так, сгибаем по этой линии, это есть mi bolsa del bolsillo, lo voy a hacer doble, lo voy a doblar justo ahí, lo vamos a cortar y lo vamos a cortar. Esto ya está, esto ya está, esto es mi bolsillo. Ok, doblamos, colocamos acá. Ahora lo vamos a copiar la tapita. Ok, y la tapita tengo que copiar de esta manera. ¿Qué es lo que tengo que hacer más acá? Tenemos que aumentar todo esto, lo que ya hemos colocado abajo. Aumentamos estos 2 centímetros para que me llegue hasta el corte, mi tapa. Mi tapa va a estar así, de este tamaño. Okay. Vamos a cortarlo. Esta
está un poco complicadito este modelo, ¿no le parece? Немножко трудноватая платьица, правильно? Вот, в особенности вот много деталей, когда можно запутаться. Вот. Вот так здесь он у нас будет пришиваться вот здесь, вот так, и будет выходить наружу и будет закрывать вот этот шов. А здесь, да, мы должны сделать разрез вот таким образом. Вот так должны сделать разрез. Здесь должны разрезать вот так. И вот так вниз и вверх. То есть здесь у нас это уйдет на швы. Вот это уйдет на шов. И здесь вверх уйдет тоже на шов. Вот. Ну и здесь вот этот треугольничек у нас тоже пойдет внутрь. Вот так. Как мы все это будем шить, как мы будем все это собирать. Вот, для начала здесь вы видите, что у меня она несколько больше клапана. Вот, перво-наперво здесь делаем вот такую строчку и здесь собираем немножко. Здесь мы его должны будем присборить. Ну, на бумаге это совершенно невозможно сделать. Вот. Я здесь сделал вот так, у меня с другой стороны. Вот сделал из ткани. Вот такую, значит, симуляцию. Ну, вот здесь у меня немножко он присборен. Вот здесь вот присбаривается. Вот видите, здесь мы пришили, а здесь он, здесь вот наша линия сгиба как раз вот. И все это, весь шов закрывается, шва не видно. Вот, а изнутри вот у нас пришит вот этот карман. Видите? Угу. Вот, давайте посмотрим изнутри, как мы все это будем пришивать. Вот. Значит, вот у нас идет карман. Сначала пришиваем карман вот сюда. То есть это у нас загибается. И все пришивается вот сюда. Вот эта часть кармана у нас пришита вот сюда. Ну, естественно, она у меня будет здесь. Vamos a ver una vez más. No sé si se ha grabado todo. Ya se me apagó la cámara. Por la batería. Ya. Ok. Esto es nuestra bolsa del bolsillo. Que una parte ya está, se cose acá, en la parte de arriba. ¿Ven? Esto es bolsa de bolsillo. Ya está cosida acá. Otra bolsa ya está cosido a este lado. Previamente este lado acá se frunce un poco, ¿no? Para que llegue al tamaño y para que ya se infla. Y después todo se junta acá y se frunza a su vez. Y acá ya se hace el pliegue. Y ya lo tenemos así de esta manera, nuestra parte del delantero. Okay. Esto es de este lado. Aquí está. Okay. Ven, acá está. Aquí está el pliegue. Aquí está el bolsillo. Aquí está cosido un lado. Ven como yo le he fijado acá con una costurita. Acá este bolsillo para que no se dobla. Aquí ven, hay un leve fruncido al tamaño de la tapa, es importante. Вот. Вы видите, здесь есть небольшая сборка. Вот я его присборил, чтобы он достиг размера клапана. Вот так все это здесь внизу пришивается. Сам клапан потом фиксируем над этим швом, вот над этим швом, чтобы этого шва видно не было. Вот. И вид изнутри. Потом все это присборивается внизу. И вот так надутым получается. Вот все.
складка здесь идет, все когда растягивается, так как на фотографии, да. Вот, а вид изнутри вот такой. Вот у нас, значит, наш карман. Вот здесь он пришит снизу, прихвачен тоже и тоже присборен. Если хотите, можете сделать его более коротким и не присбаривать, а только присборить вот юбку. А здесь он пришит вот к верхней линии разреза. Окей. Espero que con esto ya está todo claro, y lo que nos queda hacer es la manga y el cuello. Muy bien. Вот, а теперь давайте сделаем рукав. Рукав сверху ничего у нас нет, и здесь внизу он расширен. Вот, идет под локоть. Вот, давайте отметим вот его длину. И вот так начнем копировать. Здесь нам нужно будет его развернуть вот пошире, чтобы потом присборить. Окей. Ahí está nuestra manga. Arriba no hay cambios y abajo es más abierta. Entonces nos vamos a ir copiando así, de esta manera. Ok, lo vamos a copiar el siguiente segmento. Lo vamos a abrir más. Lo vamos a marcar más la altura. Seguimos abriendo hasta el otro segmento. Lo juntamos, lo abrimos más. Ok. Voy a hacer hasta acá. Y por último también lo podemos ir abriendo acá del costado. Y ya culminamos así, de esta manera. Ya copiamos nuestra manga. Ok. Ya. La manga ya está. Vamos a marcar, creo que hay un pliegue acá en el medio. Marcamos como un pliegue. Oh. Y el resto es un fruncido. Ok. Esto es, va a ser nuestra manga. Okay. Así dibujamos nuestra manga, pliegue. Okay. Parte de atrás, costura del hombro y parte adelante. Ya está. Y lo podemos aumentar un poquito más. Y acá va a ser fruncido. Bien, esto va a ser nuestra manga. El puño va a ser al tamaño del antebrazo. Es el puño cerrado, no hay botón, así que tiene que haber un poquito más grande que el antebrazo para que quede bien cómodo. Si el antebrazo mide en esta zona unos 24 centímetros, le demos un 28 centímetros con unos 4 centímetros de holgura, ya estaría suficiente. Вот, это наш рукав получается. Вот, а здесь что мы будем делать? Сделаем манжет. Вот, манжет у нас идет окружность предплечья, то есть окружность вот этой части здесь перед локтем. Вот возьмем как 24 сантиметра и добавим еще 4 сантиметра на свободу. Вот всего у нас получается 28 сантиметров и высотой, скажем так, 3,5-4 сантиметра. Вот. Вот такой получится у нас манжетик. Вот он круглый, без застежки. Вот вы его можете вырезать вдвойне и сложить вот так
так складываем, и это наш манжет. Окей. И нам остается сделать воротник. Вот воротник мы делаем как всегда. Вот откладываем, делаем прямую линию. Воротник очень простой. Делаем две перпендикулярные линии. Вот откладываем здесь на одной линии длину горловины спинки. Вот здесь откладываем. А здесь полочки до центра, так как воротник у нас не идет внахлёст, даже чуть меньше, чем до центра. Он несколько даже раздвинут так. Вот. Значит, измеряем, сколько у нас получается здесь сантиметров. Измеряем. Вот у нас получилось 10 сантиметров здесь. Откладываем 10 сантиметров. Поднимаем на сантиметр здесь. На сантиметр, на полтора. Вот. Вот этой точки. И делаем вот такую кривую линию здесь. А теперь берем высоту стойки. То есть... Я так смотрю, где-то сантиметра 4. Вот, берем 4 сантиметра и так вот параллельно идем. Идем параллельно и делаем вот эту линию. А здесь закругляем и идем вниз. Вот у нас готов таким образом воротник стойка. Стойка готова. Все, отмечаем здесь контрольную точку. При пришивании нам очень пригодится совместить с плечевым швом. Все, вырезаем воротник. И все, таким образом мы заканчиваем нашу модель платья. Вот здесь вот он у нас пришьется вот так. Вот так пойдет вот до этой точки. И он несколько открыт. Даже если что, можно даже изменить немного угол, то есть сделать его более наклонным. Вот, чтобы когда он пришился, он не был вот таким вот, а вот так. Muy bien. Esto está todo. Acá está nuestro ensayo en tela. Quise hacerlo porque ya quizás confuso ver con el papel. Bueno, espero que ya lo han entendido todo, cómo armar esto. El resto es normal. Sin complicaciones. Esto es nuestro cuello, esto es nuestra manga, lo colocamos ahí con su puño respectivo. Ok, muchas gracias a todos por estar presentes en esta grabación. Espero que lo han pasado bien, espero que les ha gustado el modelo. Y muchas gracias a todos, nos vemos el día de mañana en vivo y en directo y vamos a ver otros modelos más interesantes aún. Lo cual es, ustedes me están enviando. Вот, огромное спасибо всем за присутствие сегодня в этой записи, то есть за то, что вы ее смотрите. Огромное спасибо. Мы увидимся с вами завтра в прямом эфире, как всегда, и будем разбирать новые, более интересные модели. Всего вам доброго, до свидания, до следующей встречи, до завтра.